На конкурс дети читают стихи. Елена Благинина. Мама спит, она устала. Читает Афанасьева Александра. 3 года. Мама спит, она устала. Но и знать не стала, и знать. Мама села на руки и села сидеть. Не сама мои руки. Тика в комнате пустой, а пол маминой подушки лучше. Лаю золотой. И сказала я ночью, я тоже золото хочу. Я думала, хотела песни петь, мячик катать. Я могла. Пока катать. Да мало ли. Я хотела. Мама спит. А я хочу.